Так. Ну что ж, ребят, давайте начнем с пятого Диалайва. Пятый ивент, который стал доступен на днях. Так, соберем свою топовую группу. Такану 85-го левела. Круто. До сотого недалеко. И ДС ранга тоже не так уж и далеко, но все. Так, жду. Что ж ты там ждешь? Да, что мне кажется, срань получится. Судя по первым отзывам. Но буду верить в позитивное. Может, все-таки получится как надо. Так. Че, Микки, Хибики и вперед. Хотя нет, для первых выступлений этого ивента можно взять кого-нибудь другого. Например, Чихаю и Адзусу. Вот в конце, на четвертом выступлении, вот там будет жопа. Так. Не, Максимус, мне вот именно что геймплей там вообще не беспокоит. Я даже рад тому, ну причем это же вообще не игра основной серии, это спин-офф, во-первых. Но есть там подозрение, что сюжет могут завалить. Но посмотрим. Посмотрим. Рано говорить, вообще там мало инфы, это все ли, всего лишь спекуляции и бред собачий, короче. Подождем, увидим. Когда там она выйдет. Не знаю. Так. Так, первый ивент. Погнали. Я же сказал, завтра 5 часов персона. Так. Максимус, кто это все? Я не жду, например. Так. Нам нужен тип костюма хардкор. Так, что у нас лучше всего подойдет? Вот этот подходит. Дальше, что у нас там еще есть подходящее? Вот этот. Ну, Максимус, я тоже не жду. Я думаю, что мало кто в этом чате его ждет. Вот B1, ну, вот в это еще более-менее я бы поиграл. Я бы поиграл, ключевое слово. Но не больше. Сейчас мне не до этого, у меня есть персона. У меня есть и Далмастер. Скоро 15-я финалка. Шестая якудза. Что мне еще надо-то для счастья? Ничего больше не надо. Я доволен. Ладно, пусть будет этот костюм. Тогда. Пойдем с песней Miracle Night. Интересно, какие же все-таки песни завезут сейчас в новом DLC? Завезите вампирчика, вот что я хочу. И чтоб было бы хорошо. А, и Дрим. Вампирчиков и Дрим. Если завезут, то будет просто круто. Кстати, Искандер, как у тебя там с идолами-то? Когда ждать твоих стримов? Если ты, конечно, будешь их делать. Так, все есть. Да, все, погнали на ивент. Итарасай!
Погнали. Так, проверь еще раз. Костюм норм, песня норм, все норм. Да, кстати, мы, по сути, сет зебры собираем. Да, в этот раз. Так, в этот раз у нас зебра, да. Нужно уши, хвост и копыта. Сделаем из наших идолов зёбр, Макото зёбра. Ой, татарщики, не знаю я как. Не слышал и не хочу слышать. Не соберем же. Когда-нибудь соберем. Ладно, погнали. Эх, как же я соскучился по идолам. Субтитры сделал DimaTorzok.
Замечательно, как же я соскучился по ним. Так, хорошо. И бронза, промежуточный костюм, нет, еще не дает. Ну ладно, пойдемся тогда. Так, привет, Ниблер, привет, Гэллиан. Да, прикинь, Гэллиан, сегодня суббота, да? Я сам в шоке. Так, что там еще? И да, Ниблер, особенно там момент с чатиком, это было, конечно, просто топич. Я думаю, мы там зависнем надолго. Надо будет, правда, сначала сюжет пройти. Мне, вне стрима. А потом уже все остальное. Нет, Ниблер, это записанные заранее ролики, просто их там куча, и, собственно, они будут варьироваться за это. Второй стрим? Да нет, я там не смотрел, все нормально. Что? Вот это я не знал. Можно создать свой клан и устроить зарубку 100 на 100? Уху-ху! Бушидо, нет, непонятно. Кого? Я что-то не особо врубился. Скорее всего, это нет, не ее. Она слишком молодая для этого. Ты че? Ей там от силы лет 18. Максимус, молчи. Такое нельзя сейчас обсуждать. Так, ладно, все. Идем дальше на второй ивент. Фу, на второй ивент. Да. На второй концерт пятого ивента. Ну, Искандер, вот скоро придешь, будешь смотреть на него. Ну, Бушидо, ну, сомневаюсь, потому что, во-первых, она слишком молодая, во-вторых, она в больнице. Так что я сомневаюсь, что это ее. Ну, короче, посмотрим. В декабре все узнаем, я скажу. Когда выйдет пятая будет. Фу, пятая, шестая. Пятая уже давно вышла. Так, погнали. Да, у тебя у одного друга. Так, давайте, знаете что? Буктачим резистанс.
все норм, вперед. Изи, замечательно. Блин, какая же все-таки шикарная песня. Просто замечательно. Просто замечательно. Обожаю ее. Так, что у нас там? Бушидо, кстати, насчет вот этого. А там непонятно, да, про какие идолы они говорили. Про Идол Мастер Платинум Стар? Или про Идол Мастер VR, который должен выйти скоро. Уже продается за 3к или 2, по-моему, предзаказ. Проблема в том, что они не уточнили, в каком они добавят эту фичу. И... よろしくお願いいたします。
Да! Захватим свою мечту. Что-то там способ сопротивления. Короче, не важно. Так. Замечательно. Мы получили новый костюмчик, связанный с этим ивентом. И знаете, вот этот костюм мне больше нравится, чем тот зебра. Привет, Русмен. Откройте секрет. Тут персона стримится уже. И Dead or Alive уже было много раз. Но ты пропустил. Поздравляю. Молодец. Зебра никому не нравится. Ну, как никому? Нельзя... Ты не можешь говорить про всех. У каждого свои вкусы, поэтому есть любители зебр, есть любители неко, есть любители собак, есть любители коров. О, господи. Ждем костюма коровы. Пи-бой, а я хочу миллион долларов, и что нам делать? О, продюсер, на сегодня мы уже закончили с работой. Конечно, мы работу закончили, так что можешь отдыхать, Такана. Большое спасибо. Тогда спокойной ночи. Я обнимаю экран. Так, стоп, 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 пора завязывать. Прекрасно. Так. Запили голосовалку. Ща, Ниблер, можешь запилить голосовалку? Или Феникс? Ну, короче, Ниблер, давай ты. Вот там список животных тебе дали. Можешь еще кому-нибудь написать, если есть мысли. Давайте посмотрим. Так, кстати, кто не в курсе... Да, Бушидо, ну, мне как-то все равно. Так, ладно. Что? 50... Стоп, что? 52к уже на третьем ивенте? Точнее, на третьем выступлении, на третьем концерте? Серьезно? А что будет на четвертом? Там же будет просто жопа. О, твою ежишь. Там же 5. Нет, вот именно, что не в пятером, а втроем. Никакие 5. Видишь, нету квинтета. Квинтет это на предыдущий был. Бушидо, знаю, я уже читал об этом вчера. Так. Ой. Ого. Погнали. Кираме, кираи. Так, где у нас новый костюм? Вы знаете, этот костюм будет слабее, чем тот, что мы сейчас используем для выступлений. Да, намного больше статус дает. Если на что-нибудь еще лучше... Пресет более-менее нормальный, если что, поменяем на другой. Хотя плюс этого ивента, что как бы тип костюма понятно, что там Hardcore Girl,
А вот Image, второй стат, не важен. Так. Ну, Анилин, так первый ивент я точно так же с Керамейкера и 10-го левела прошел. Потом уже пошло все легче. Так, ну окей, ладно. Где ж такое? Так. Стоп. Нет, наряды не нужны. Нужно состав поменять. Так, нужно Микки и Кибики. Ну, давайте посмотрим, сколько тут наберем. Русмен, нет, пока что не вижу смысла. Правда, я тут узнал, что мою Соньку я могу продать за дорого, поскольку в ней есть демка Silent Hill, и по сути я смогу 2 PS4 Pro взять, если я ее сбагрю хорошо, так что я вот в раздумье. Так, ну, волчиц, насчет восточного костюма, тут нет, он был. Вот, написал тебе татачки, вижу. Только в предыдущей части, тут пока что нет. Ну, Верт, это же демка Silent Hill PT, которую удалили из стора и больше ее никак не достать. Те, кто ее скачали, а та у них осталась навсегда. Скачать ее заново нельзя, и никто ее больше не может достать, кроме тех людей, кто ее уже качал. Не, Бушидо, не обязательно, АК можно вытащить. Ну, короче, там есть хороший способ оставить демку. Так. Окей, ладно, погнали на ивент. Ребят, мы в жопе.
Окей, сейчас попробуем по-другому. Так, Алгар, здорово. Чего это? А с того, что четвертый, наверное, там вообще просто 100к набрать. Окей, сейчас немного с пересетом по шаманю. Посмотрим. Что-нибудь придумаем. Сегодня будет много керамекерей. Элипоид, завтра в 5 часов вечера. Элипоид, ничего, я устал сегодня. Только еду сегодня все. Ну, кстати, Ниблер, там насчет ссылок вчерашних про их курса. Если ты их найдешь, и в конце стрима, когда будем ТГС обсуждать. Да, вот, в конце сделаем обзор ТГСа. Если ты их скинешь, то я буду тебе благодарен. Ну, в конце, чтобы... Обсудим, что там. Там довольно интересные проекты. Air Defense Force 5, само собой. Так, 52... Ну, короче, 53к почти. Да. Да. Окей. Попробуем так. Возьмем предмет на плюс 100 очков. Ну, короче, Анатор, в конце разберемся. Я их найду просто. Смелее. Серебряных. Давайте что-нибудь выбьем. Да пошли вы. Привет, Вети. Здорово. Привет, Накохай, привет. Я здоров со всеми в начале стрима. Не успел. Сейчас кого замечаю. Не бежать себе. Так. Ну, 10к. Можно отдать кому-нибудь. Давайте. На тебе экспы. Ну вот еще тут по косарику можно отдать. Еще 6 с копейками.
Так, это для прокачки песен. Ладно, погнали на ивент. Сейчас еще посмотрю немного на костюмчик. Ну, просто у меня есть мысль взять костюм вообще из другой категории, мощный, S-ранка. И ему затащить благодаря сердечкам и так далее. Хотя я сейчас затащу в любом случае более-менее. Вот четвертый ивент, вот там будет жопа. Потому что тут, если я возьму его, из 8 который, из-за которого костюма у нас будет 8 сердечек, он 3 дополнительные дает. Плюс еще 7к бонус очков за фул комбо. А давайте с ними попробуем. Если что, потом рестартнем и поменяем. Ладно, вперед. Не подходит костюм. Я знаю, что не подходит.
Короче, я понял, даже если на фул комбо сделал, тут не затащить. Ну ладно. Да, я надеялся, что больше очков буду получать. Да, 49 было, да, ты прав, Верт. Больше мы вряд ли бы взяли бы. Чудес больше не бывает. Ну, Анилин, просто один из ивентов уже получился так взять. Но вот этот так легко не дался. Ладно. Так. Анилин, ты говорил, что розовый подходит? Нет, не подходит. Так. Вот этот 5 сердечек. Вот этот 6 сердечек. Его придется взять. Тащит. Блин, так статуи у него небольшие, неплохие. Ладно, давайте попробуем с этим. Посмотрим. Ну что ж, ладно, вперед. Тащить. Я понял, о каком ты, Анилин, да, его нет еще. Ну, 58 с фул комбо, 60 максимум, если наберем. Да. Ну что ж, ладно, момент истины сейчас будет. Четвертый ивент. Вот там будет попа больная. Сейчас там, наверное, будет такая цифра, что просто... Ha ha ha!
Да, я понял. Еще раз этот костюм можно апгрейдить. Это круто, да, все хорошо. Покажите мне следующий ивент. Сколько хочет. Что там у вас в чате? Господи. Так. Ну? Ну что ж, момент истины. Давайте посмотрим. Окей, 59к. Однако тип костюма тот же должен быть, Hardpull, однако имейдж должен быть Cute. Я же сказал Easy. Нет, они не Easy. У меня костюма нормального нету в этой категории. Сейчас посмотрю, что там. Я не то посмотрел. Какой там имейдж был? Cute это у меня сейчас. А, cool. Блин. А не cute. То есть костюм должен быть отсюда. То есть или вот этот. Вот этот самый-самый. Хотя нет, вот этот еще. 7 сердечек. Так, вот именно. Я с этим костюмом, благодаря тому, что у меня тут много сердечек, я с ним затащу. Да-да, Нили, вот именно. Так что... Фу, все нормально. Затащим. Затащим. Ну а давайте я сейчас небольшой перерыв.